Мне 5 лет было. Я смутно помню в это время. Вагоны я помню. Помню какие-то ведра с горячей водой, с кашей. Ну вот так эту кашу давали только детям, больным и старикам. Спецпереселенцы, так в докладах НКВД называли депортированных из Северного Кавказа в Среднюю Азию. На новую землю шли 180 эшелонов. Путь был очень тяжелым. Люди умирали от голода, от холода, от болезней. Хоронить, конечно, не приходилось. Их просто оставляли у железнодорожного полотна. Салман Герой – свидетель той страшной депортации. Он с родителями оказался в числе 500 000 чеченцев и ингушей, которых расселили на территории современных Североказахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей. Они связаны единым прошлым. Один казах, другой турок. Семью Турымбека Османова выслали из города Ахыска в Грузии. Для сбора им дали всего 2 часа. До нового пункта назначения на товарном поезде они ехали целый месяц. По прибытию их горе разделили неравнодушные местные жители. В ауле Кызылсай в своем маленьком саманном доме Аксакал Ахметбай приютил 3 семьи, 25 человек. Нас не отделяли. Хлеб, молоко, айран с нами делились всем, ведь была зима. 6 лет мы жили в доме. Из своего поголовья скота нам отдали часть и дали возможность начать жить отдельно. Прошли многие десятилетия, но то добро помнят как сам Турымбек Османов, так и его дети и внуки. В 1944 году из Ахыски депортировали 100 тысяч человек, 40 тысяч расселили в Казахстане. Почетный председатель Чечено-Ингушского этнокультурного объединения в войнах Салман Героев вспоминает, что в те времена из НКВД направляли уведомления для местных жителей, что едут преступники. Но даже несмотря на это, казахский народ принимал новых поселенцев. Конечно, ингуши помнят это добро, помнят отношения. Я всегда говорю: о великая степь Сарыарка, спасибо тебе за то, что трудные годы сталинской репрессии ты не отлучила нас от своей груди, протянула руку дружбы, протянула руку спасения. Мы никогда не забудем сыновей и дочерей казахского народа и грядущим поколениям накажем, чтобы они высоко несли эту дружбу. Первые переселения народов на территорию Казахстана начались в 1931 году. Каждая волна депортации имела определенный политический подтекст. В разные годы их называли по-разному. Спецпереселенцы, трудовые переселенцы, спецпоселенцы. Это поляки, турки, греки, корейцы, ингуши, чеченцы, курды, калмыки, балкары и немцы. Яков Нус уже 25 лет живет в Германии. Он по-прежнему прекрасно владеет казахским. На торжества Аксакал надевает свой любимый чапан. Ему было 13, когда его семью депортировали в Казахстан. Этот язык теперь часть меня. Чтобы выучить казахский, не понадобилось книги и учителя. Я просто жил среди казахов и полюбил этот язык. Он очень глубоко во мне. Наверное, поэтому я его и не забываю. По некоторым данным, только в 40-е годы на нашей земле были расселены от 900 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч человек. А к 50-м годам эта цифра возросла до 2 миллионов. И это наша общая история. Тяжелая, горькая и настоящая. А еще это история о том, что доброта и милосердие дают возможность начать шанс с нуля для всех, даже для тех, кто потерял все. И мы должны быть этому благодарны. Зарина Баирисова, Жетокон.